Всем привет! Сегодня 3 апреля 2021 года. И через день в Киеве введут локдаун. Я нахожусь сейчас на Крещатике. И за день тут будет карантин строгий. А сейчас вот такая вот обстановка. Видим, гуляют люди, отдыхают. Не видно никакого карантина, никакого локдауна. Это сейчас. Но через буквально день остановят метро. Наземный транспорт будет только по пропускам. И мы уже не увидим тут толп людей, отдыхающих, потому что в основная часть людей приезжает в центр на транспорте городском, коммунальном. А если его закроют, не будет уже такого ажиотажа тут. Помню, прошлый карантин, когда был строгий, Крещатик напоминал пустыню. Только бомжи нищие и велосипедисты. Ну и коммунальная техника, полиция и медики изредка. А сейчас все заполнено людьми. Вы видите, что буквально везде люди. Город живет. Удивляет то, что этот карантин вводят не сразу, а дают еще людям 5-6 дней, так сказать, гулять. Если такая опасность, почему не вводят сразу? Вот сегодня решили, и, грубо говоря, на следующий день или хотя бы через день, а так дают еще 5 дней на растачку, так сказать. И люди отрываются, и получается разная вот такая вот ерунда. Сегодня в Киеве прохладно, но солнечно. Удивительно. Сочетание такое прохлады и солнышко. Если находиться в теньку, то вообще можно даже замерзнуть. Жизнь идет, так сказать, полным ходом. На улице мало кто носит маски, мало кто соблюдает, так сказать, дистанцию. Идет время, можно сказать, золотое для курьеров, для доставщиков еды. Посмотрим, чем это оно все закончится. Обещают до 15 апреля. Но я думаю, что может быть даже до 15 мая будет карантин.
жизнь идет полным чередом, так сказать, полным ходом. Будем смотреть, если буду выходить в город, буду делиться с вами увиденным, услышанным. Посмотрим, что оно будет. Вот, подхожу к метро, трещатит. Но тут не как обычно, конечно, много людей, но меньше, но все равно. Кто-то ждет кого-то, люди отдыхают, курят. Короче говоря, жизнь так в обычное время. И можно сказать, даже ничего не предвещает, что скоро это все опустеет и будет безлюдным. Число городов, в которых вводят строгий локдаун, все больше и больше. Проблема локдауна в том, что люди, которые не имеют личного транспорта, автомобилей, мотоциклов, допустим, реального транспорта, ни велик, ни какой-то там еще приспособление, а реального транспорта, автомобиля, сидят, получается, как заключенные. А те, кто имеет автомобиль свой, транспорт, передвигается, как бы для него локдауна и нету. Вот такие вот дела, ребята. Так что не знаю, чем это все закончится. Этот локдаун, такое впечатление, что бесконечный. Пишите ваши мысли в комментариях, что вы думаете о этом всем. Такие ваши мысли. Всем благодарю за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Высказывайте свои мысли в комментариях. Всем пока!